помню, как в детстве простывший, весь в соплях, прибегал к бабушке, и она меня лечила народным средством от насморка, которое 100% помогало. Это алоэ вера или алоэ настоящее. Также данное растение помогает от многих кожных заболеваний, дерматит, ожоги и многие-многие другие. Есть несколько возможностей, как достать сок. Да, нам нужен именно сок данного растения. Ну, один из способов — можно просто листочек отрезать. Взять, да, обычную чеснокодавилку, ну, или использовать подобное что-то для того, чтобы достать сок и выдавить. Теперь берем шприц. У меня тут уже немножко есть. И данный сок собираем. Такой зелененький цвет. Очень хорошо собирается. Теперь вот полный шприц получился. Хорошее средство. Закапываем в нос. Не вызывает никакого раздражения. Мягенькое. Так как сок алоэ — это натуральное средство, то, конечно же, оно может испортиться, если хранить его при комнатной температуре. Поэтому, если не воспользуетесь им за один раз, то лучше, конечно же, убрать в холодильник его, чтобы он не испортился. Пользуйтесь натуральными средствами, да, так как они полезны, так как это делали наши бабушки, да, прабабушки. А вам, конечно, желаю не болеть. Ну и всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзене. Ну и до скорой встречи.